Ну что, с победой? Комментарии по игре? Ну, поначалу голы как-то не шли, как в прошлом матче. Потом команда разыгралась, реализовали свой момент, победили. Все круто. Сколько сложно было самомотивироваться на такие матчи? Ну, поначалу было тяжеловато, да. Нас тренера настроили, сказали установку, и мы ее выполнили, победили. Сотая твоя игра. Доволен пройденным путем? Ну, первый матч не очень доволен. Второй матч, первые два периода отыграл нормально, третий период хорошо, я считаю. Отыграл, ну, 100 матчей, как бы рад. Быстро время прилетело. У тебя была недавно травма, пропустил достаточно много игр. Восстановился уже в полной мере? Ну, постепенно восстанавливаюсь, набираю обороты. Вот думаю, сейчас еще пару дней и к выезду буду готов в полной мере. У нападающих в этих играх было много работы. Была ли работа у защитников? Ну, работа была, конечно, мы самостоятельно как-то подключались вперед. Конечно, нам тренера не говорили. Говорили, что не подключались, и все, и как бы. Ну, сыграли спокойно. Все.